История семьи немецкого эмигранта в Америке. Имею в виду, что я родился в Германии. А тебя вырастил не для того, чтобы мои родственники там, у Рейна, тебя подстрелили. Семья Джордахов владеет небольшой булочной и уже очень давно не знает, что такое счастье. Если я каждому буду давать на венок, то на своей панихиде я буду лежать в гробу в одних трусах. Но им хочется хотя бы приблизиться к американской мечте. Но что значит быть типичным американцем? Очень, очень богатый. У каждого из них будут свои взлеты и падения. Как справиться с жизненными испытаниями и попытаться удержать семью. Многосерийный фильм «Богач, бедняк» с понедельника по четверг на телеканале «Витебск».